Я не знаю, с чем это связано, но кандидат в президенты Российской Федерации или лицо, которое временно его заменяет и исполняет его обязанности, Владимир Владимирович Путин, не может сам лично забрать свое удостоверение кандидата. Это удостоверение ему лично вручит Владимир Машков. Машков передаст. Передаст Машков. Более того, он очень этим гордится. Знаете, как в жизни бывает? Человек трудится всю жизнь ради одного дела, а в историю входит совершенно по другим соусам. Вот, например, небезызвестный Иосиф Давыдович Кобзон. Всю жизнь пел, старался, был народным артистом Советского Союза, а в истории остался как герой мемов. И слово «закобзонился» стало самым популярным словом 2022 и 2023 года. Ну, что обозначает выражение «пойти на концерт Кобзону», каждый из нас знает. Вот так вот и Владимир Машков мог бы войти в историю как настоящий мужчина, настоящий полковник Давид Маркович Гоцман, с которым не стыдно ходить по одной Одессе, а остался в истории обычным передастом.